Чаудам. Посмотрим, что здесь такое. Да, смотри, как тут необычно. Кстати, у них все эти деревья растут на балконах. Хорош. Где? Вот этот? Нет, там. А, там очень похоже, действительно. Давно я не снимал большие видео. Я хочу искать смузи. Пахнет здесь так. Нет. Мы в Нячанге находимся. Такие дома полукругом. Здесь круг, а тут... Ага, пахнет чем-то привлекательным. Выпечкой, наверное. Пойдем, пойдем. Спросим, сколько что стоит. Hello. 25, потом по 15. Я предлагаю... Twenty-five, да, вот написано тебе, 25. Просто у них английский такой. Это дорого. Но вот эти дома реально как советские. Только они полукруглые, необычно. А так как-то мрачноватые какие-то. Что это такое вообще? Вон тут даже на карте отображено. Автобус здесь. Что-то здесь большое. Ну что, пойдем посмотрим, что там. Наверное, вещевой рынок. С большим количеством барахла. Наверное. Bluetooth para mí. Apple. Ah, Android. iPhone, no. Bluetooth, teléfono. Bluetooth, teléfono. Claro, eso. Bluetooth. Android, iPhone, Sony. Понятно. Samsung, ok. Почему угодно, пожалуйста. How much? Ah, давай. No, ça va. 650. 650. Давай. Йосева. Китка. Сколько? Китка. Мы пока посмотрим еще. Бесо, давай. Спасибо. Бесо. Посмотрим еще. Давай. А, не, уже. А какой курс какой? 3.20. 3.20. Хорошо. 100 долларов. Мы почем взяли? 23.500. Мы уже поменяли по 23.500. Шмотки, шмотки. Разве что клуб. Какой рюкзак? Здравствуйте. Hi. Hello. Какая маракка? Тебе надо? Сумку надо? Магнит? Сумку надо. Хорошо. Здесь такого нету. Вер. Что там? Кошельки, но они тряпочные, но они большие. Мне такого не надо. Мне тряпочные маленькие. Ну, хотя я даже не знаю. How much? А? Сколько стоит? How much? 35 тысяч. 35 долларов. Тебе купить много, так, как, смотри, много, о. Хорошо. Окей. Давай. Ну-ну. Господи, у них что-нибудь спросишь, они потом не отстанут. Ну что, может, она так и ходит туда-сюда. Господи, я думаю, если ты остановишься, она дальше пойдет. Да. Думаешь,
футболки, кстати, можно. Здравствуйте. Hello. Пока на футболке. Футболки все стрёмные, если честно. Даже покупать не хочет. А чё не так, света мало? Как-то здесь темно. How much? Zara, типа. $320,000. Типа, пиши свою цифру. 50 напишу. Так а сколько стоит-то? Точнее, в рублях-то это сколько? Я не знаю. Ладно, дальше пойдем, подумаешь. Okay. 150. Уже по 150, видите? Thank you. 300, сколько было? 350, стало 150 резко, да? Да, это прикольно. Интересно, они торгуются, конечно. 150 это дорого, это 100-500 рублей, да? А, ну, понятно. Понятно. А я не помню, почем мы что-то покупали. Окей. Блин, только с ними затейший разговор, тебя просто не отстанут. О, они так цепляются быстро. Как это, клещи к тебе, хоба, и все. Давай, скидка, ты шевей сам. Кстати, вот этот АМО, у нас же такая же фирма, да? Такая же фирма? Все барахло. Вот каких-то прикольных нету, есть какие-то одинаково барахляные. Ну вот то, что это прикольный нашел этот. Ну вот этот, кстати, может быть ничего, что такое. Альпина. Упс. Тяжелый. И куда он? Не знаю, 45 литров. Какого ты пришел? How much? Okay. 250. Okay. Они подходят. Либо 25 000,
Значит, место такое какое-то стрёмное. Что, вот эта женщина за тобой постоянно ходит? За нами? Но мы ее тебе... Может, у нее тут 10 точек? Она ходит и говорит, что они так выбирают шорты, всем говорит, что они там еще выбирают. Но такая цена не зашла. Прикинь, это все ее точки. Hello. Да. Пятьсот. Супа. Булки. Мне очень, мне просто не нравится качество. Thank you. Качество вещей, которые я вижу, мне не нравятся. Вот футболки, они все такие. Они не модные, они какие-то дурацкие. Барахляндия. Это мы что, уже сюда вернулись, что ли? Мы уже по кругу прошли, нет? А, ну, или это еще не круг? А, вот автобус, ну да, точно. Понятно. Давай. Давай, давай. Не, не. Коммунатор не нужен. Что надо? Пока. Микрофоны есть? А? Микрофон, микрофон. Микрофон. А, нету? Нету. Микрофон нету. Окей. Колонка. Нет. I have. Thank you. Какой-то странный рынок. Мне он показал совсем неинтересно. Хорошо. Сейчас там. Да, здесь люди какие-то прилипало прям вообще. Прям некомфортно. Мне даже что-то, наверное, Камбоджа напомнило, вот это местечко. Какое такое грязненькое. Люди какие-то приставучие, что ли. Есть такое подозрение, что так и есть здесь. Я подозреваю, что может быть дождь. Смотри, это не твои. Нет, это другое. А, кстати, вот они и пасли. Хочешь попробовать? Сейчас попробуем, что такое. Thank you. Спасибо, твои, байди. Они сладкие. А, сладкие, да. Thank you. Сладковатые, но вкусные. Но просто с сахаром не очень. Сахар не нужен. Так, вот это. Обменник, где можно нормально поменять. Да. Куда? Туда нам идти или куда? Или отсюда вообще выбираться? Куда мы идем? Мы идем во все точки, которые он нам показывал. А ты можешь выбрать среди них, куда удобнее идти и куда хочется идти. Короче, пошли мы дальше. Дойдем сейчас до набережки. Пройдемся по набережке, искупаемся, пойдем. Кстати, мы практически до моста дошли. Да? Ну, посмотрим, что здесь. А у меня просто сегодня не такое настроение бодрое, если честно. А как-то вчера я подряд прям поймал. Мне было легко, я готов был бежать куда-нибудь. А сегодня что-то я себя не очень. Жарко, потому что вот.
А вчера было прохладненько. А тут в салоне крыльев там много. Мне не надо ничего. Если ты хочешь, мы можем туда зайти. Ну, если он 15, максимум 20. Давай зайдем, посмотрим, что там. А тут 25. Я не любитель этих смузи. А нет, это все-таки это все сахар, сладкое. О, какая лохматина. И вторая тоже имени. Пахнет от цветами. Цветами и собаками. Что это мандаринки похоже. Мне кажется, сейчас ливанет. Это апельсинки, мандаринки. Мы можем здесь пройти. Или здесь не проходит. Гора там. Но есть какой-то бомж один, мне не понравилось здесь. Центр Камбоджи. Провода. Куча проводов. Смотри, сколько здесь проводов. Какой-то. Да, прям. Я смотрю, здесь мебель такую делают клевую. Она вся резная, она из массива, не из какой-то ДСП галимой. У нас только лето. Да, а мы ДСП берем. Причем еще и иностранное ДСП. Да, у нас какое-то местечко симпатичное. Как-то по-другому, да? Ну, я уже не хотела бы жить. Да, это начинает напоминать Камбоджу и, может быть, часть Хошимина. Да. Как-то нам с выбором, походу, повезло. Выбрали нормальное место. Деревца. А, слушай, а мы же здесь ходили, да? Нет. А они, помнишь, уже такие мы видели штуки? Видели, но мы здесь не были. Такие обвариваются, обваривают по кругу все дерево. И на них там крепится крыша какая-то. Обменник? Это место кушать и кафе. А, подешевле? Там, ну, туда и есть.
А помнишь, мы в Малайзии спрашивали, почему черный-то вы все носите? А это там традиция? Да-да-да, типа традиция. А сегодня, вчера-то, помнишь, парень сказал, что черный цвет в Вьетнаме считается одним из каких-то чистых, честных, как-то так. Как-то так он сказал. Помнишь? Ведь в Казахстане тоже все черные носят. Ну, много чего. То есть весь Восток много черной одежды любит. Да, это удивительно. Пинки. Вон тебе какой-то. А, кафе здесь. Не уверен, что там будет дешевле. Ну, посмотреть можно. Про что? Возьмем там по 15, самое нормальное место. А, ты имеешь в виду Дима-то? Ну да. Ну да. Вообще нам повезло. Один парень одно рассказал, другой другое. В общем, приезжайте в Нячанг. Да, да, надо приезжать в Нячанг, сразу знакомиться с русскоязычными, и они вам сразу все расскажут, где что можно взять, где что подешевле обменять, где брать, где не брать, с кем, как разговаривать, и какие цены на квартиры, дома и все такое прочее. Потому что вот я вчера спрашивал, я говорю, вот мы отель взяли, мы заплатили за неделю, за 7 дней, 1 000 000, но он стоит 1 750 000, мы еще немножко сторговались. Миллион семьсот, грубо говоря. А он говорит, у меня сестра за 1 200 000 снимает на целый месяц. Нет. Да. Я потом и спросила у него еще раз, он сказал, за 7 000 000. А и тогда он что, неправильно понял, что ли? Да, это не так. Это от 30 000 000. Потому что мне тоже показалось это странным, потому что Дима еще до этого сказал, сколько он стоит в сутки. В сутки там выходило 250 000 донгов. И я посчитал, что у нас примерно такая же сумма. Я ее там чуть-чуть хотел понизить. Мы немножко сторговались. Так это получается дороже, чем у нас, смотрите. Бабушка, смотри, муравьи атаковали. Все, надо ханаить. Сейчас опять будет трэш. Экстрима. Экстрима пати будет сейчас. Сейчас как нас давить будут все. Вот как можно вот так вот просто между толпой проезжать? Это же вообще отвратительно, да? Я не хочется пропускать вообще ни в какую. Это так напрягает. А, тапок потерял. Да, вот зеленый свет, обратите внимание. Вот, ему пофиг. Распинать? Пойдем. Ты хочешь попрятать? Может, и так лучше идти. Такое ощущение, что здесь забег на мотоциклах. Вон, видите, они и так сюда даже... Пойдем по пляжу, может, действительно? Не, я думаю, если идти по пляжу, надо там, по водичке.
снимать ботиночки и идти. Здесь вот они везде на мотоциклах. Как мухи. Повсюду. Что тебе понравится? А где мотик-то говорил? До моста почти не дошли, что ли? Пройдем здесь. Пройдемся по пляжу. Оба! Я вот это знаю. Ясно. Да, народу уже немало. А время сколько сейчас? Пол пятого. А народ еще офигеть сколько. Сегодня пятница. Да, многолюдненько. Смотри, мусор убирают. А? Видишь? А, это хорошо. Поэтому здесь и не совсем-то и, ну, и не особо и грязно. Видишь, значит, все-таки убирают здесь. Я тут убирала, здесь. Наверное. Хоть чистоту блюдут, это хорошо. Это я вообще редкость, чтобы я увидел человека, который убирает мусор на пляже. Я их обычно не видел нигде. А, я видела, на Пхукете убирали мусор. А, не, ну там на Пхукете, это там, где клуб сам за собой убирает, грубо говоря, свою территорию. Нет? Мне показалось, что это с клуба люди. Я думаю, все время. Я не знаю, я пирожки. Ага. И потом, знаешь, если ты набрал кучу, и ты это в море выкинешь. Нам, наверное, до цветка надо найти, дойти, да? Поближе. Там
А, ну да, дом. А все, у нас тут всегда народ. Да, народище тут погугло. Ой, смотрите, рыбку выкинула. Смотри, я все тут сама. Совсем маленькая. Много людей сходит. Ага. Пожилые. Если таблицу там посмотришь, я тебе перебуду пачку. Взял пакет такой, пошел к одну. Ты смотри, сейчас они... Хочется снежком этого из это из песка кинуть. Не, не стал. Тебе не кажется, что мы не видим почти туристов? В основном местные все, да? Туристов тут и не так много. На Крабе очень много туристов. На Пхукете. А в Нячанге мы их пока не особо видим. Они, конечно, есть, но их очень мало. Здесь просто такой пляж, и все местные из ближайших областей сюда стягиваются. Как в озерках прямо. Ни одной ракушки нету, ни одной медузы нету. Я даже не вижу вас. И что? И что? Можно рядом купаться. Со шмотками. Людей очень много. Но охладиться, я думаю, надо охладиться. Ну вот в этом плане мне, конечно, Пхукет больше нравится, там и народу поменьше будет. А здесь прям вообще... Что там?
не сезон, и еще там два пляжа больших. А здесь, по сути, один. Один большой. Дело в том, что сейчас время как раз, когда все эти люди купаются. А когда мы все купаемся, в пасе. Да, я вот сразу пойду купаться, но скоро туда надо быть. Ну да, здесь поменьше народу. Наверное, сюда тогда. Тут дети вон с ума сходят. А здесь мне вообще лучше рядом не находиться. Они тебе песка накидают. Вот сюда давай. В общем, вода, ну мы искупались, вот вода, но она такая прохладная, холодная вода здесь достаточно. Намного холоднее, чем на Пхукете. Но зато здесь есть возможность ноги ополоснуть. Потому что здесь везде на спусках практически есть такие маленькие колонки. Ручку крутишь рукой и ноги споласкиваешь. Так, сейчас будем переходить. Это самое неприятное, что вас ждет. Они вам будут бибикать, но не уступать дорогу. Видите, приводил хотел на вас. Вот еще один. Самое странное отношение к пешеходу. Зато мы поедим и будем более-менее. Да.
переполнил глаза, вас салатом накажешь, а потом пойдем туда. Мне кажется, это лучше. Потому что пока ты помоешься, отсохнет, там время пройдет, и еще больше голодаешься. Поедим по салатику и пойдем, заодно покажу вам кафешку классную. Да. Кафешка, где вам поднимут настроение. Она очень маленькая, но вполне милая. Здесь люди хорошие. Вот и кафешка. Yes, only two vegetable salad. Chocolate. Смотрите, как это. Вот эта женщина, она сама готовит. This can I eat? Короче, вот это все можно съесть. Это шоколад, прикиньте, класс. Да. Прикольно. Хобби. Прикольно. Вон там еще одна. Special for you. Present. Для вас. Что-то они решили для нас еще презент сделать. Для покупателей. Как мило. Короче, тем, кто ходит сюда часто, будет хорошо. А? Да, печеньки нам уже угостили. Ну вот, пока мы ожидаем салатики, нам играют на гитаре. Кстати, русские мелодии он тоже знает. Кстати, перед едой нам всегда воду дают, и все время подливают ее, кстати. О, а вот и салатики пришли. Thank you. Только салатик стоит 40 тысяч тенгов. Водички подлили нам. Thank you. Мне там. Что у тебя там? Нету 90? В общем, два салата вышло нам 80 тысяч. Thank you. Thank you. Thank you. Смотрите, нам все-таки... Million rows. But with the main lyrics.
А, видишь, это специально для нас. Thank you. А вот женщина просто сделала подарок из шоколада, который вы видели, когда мы заходили. У тебя сейчас слезы пойдут. Растрогалась. Ой, смотрите, какие красивые. Сколько? Я даже не видел, я думал, это просто. А, кстати, раньше он не пел. Похоже, нас здесь полюбили. Очень вкусно пахнет розовым. Вот так. А? Вот так. Да я еще сфоткаю. Я просто один не хочу. Я сфоткаю вам. Маленький секрет, говорит, мы просто тут периодически чаевые оставляли, но их немного, но видать это как-то тоже растрогало клиентов, точнее клиентов, хозяев. With some filling in, one with pineapple jam, and this is passion fruit jam. То есть здесь внутри. А, pineapple? Yeah. А, внутри там pineapple gel, этот самый ананасовый джем. А, this dark chocolate. Dark chocolate inside. А, это белый шоколад, а внутри черный шоколад. This white side white inside. Chocolate. Okay, understand. В общем, получается, внутри там вот эта начинка из этого... Как он называется, забыл? Джема. Из ананасового джема. Наружная часть — это белый шоколад, а внутри черный шоколад. Офигенно, да, сделано? Это ручная работа, она целый день тут, наверное, их лепила. А чтобы еще нарисовать, так я вот эти мелкие детали вообще уже не вижу глазами. Приходится через телефон смотреть. Thank you. Спасибо. Very nice. Put it in the fridge if you not eat yet, otherwise it melt. Put in fridge. 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 Ah, fridge. Yeah. Ah, understand. Put it in, otherwise it melt. Hot. Okay. Типа надо в этот самый холодильник положить, если типа не ест. Okay. Understand. Yeah. Пойдем. Спасибо. Thank you. Have a nice day. Have a nice too. Thank you. Вот такое вот милое кафе. Поэтому, ну вы сами все видели, это да, подмосковный вечера там. Мы уходим дальше. Прикольно, да? Офигеть. Я смотрю, ты аж тебя растрогался, чуть не заплакала. Не знаю, мне бы было. Такая офигеть. Ну, блин, потому что это долго делать. Ну да, это этого много стоит на самом деле. Это дорогой подарок.
Прикольно. Я вспомнил, как я шоколад. Вот он такой ничанг. А мы этот, когда-то мы шли-то там, помнишь, ты кокосики покупала? Женщина взяла за руку, говорит, как она сказала? Красивый. Она сказала красивый, да. Только не мне, а жене моей. Говорит, красивый. А может, она про меня? Не, ну это точно не про меня было. Да, милота прям. Пахнет вкусно. Блин, сколько же она их лепила, я думаю. Не один час, наверное, потратила. Я просто, ну, скажем так, такую вещь, без мелких деталей, я бы мог сделать, я понимаю, что это не 5 минут работает. Это больше, чем 5 минут. Это надо разлепить, чтобы он немножко еще растаял. Это его еще надо, чтобы цвет был. Не знаю. Еще вовнутрь, говорит, там черный шоколад. Ну, то есть она, наверное, проковырялась, ну, как это сказать. Провозилась с этим. Наверное, все время, вот, пока мы ходили, купались, она, наверное, и лепила это все. Пока, если клиентов не было, может быть. Да, милая, особенно вот эта вот раскраска. Я вот... А может быть, они были готовенькие? По-моему, она что-то с кисточкой так сидела, нет? Или палочка какая-то там была? А вот наш отель. На этом... Кстати, отель здесь очень хороший. Вот адрес. Прикольный отель. Называется Hotel Soulflower. Классный отель. Очень удобный. Ну и по цене неплохой.